за ворот Соботка. Оставлял шайбу он Лемтюгову, а тот, по-моему, не понял партнера, вот чуть-чуть не понял. И контратака Рижан, вдвоем против одного, убегут Индрышин. Джеринш. Так, там во вратаря Омского врезался свой же игрок. Джеринш шайбу переправлял. Не очень сильно не удалось послать, но все равно пришлось Фурху растянуться, да, чтобы ее отразить. А вот потом возвращающийся назад Лемтюгов в свои уголки приврезался. А это вот момент у рижских ворот, да, и там Соботка, он сознательно, по-моему, оставлял для броска партнеру шайбу, а Лемтюгов чуть-чуть не понял его. Да, не поняли. И вот мы видим момент, как раз на растяжке находится Фурх, и в ногу, по-моему, прям в опорную ногу врезается нападающий Омска, конечно, неприятное вот это столкновение. И сразу же кто-то из партнеров позвал врача. Сейчас посмотрим. Надеемся, что серьезные травмы у голкипера не будет. Да, так оно и есть. Но здесь отличные действия как и от нападающих Рижан, так и...